Привет, моделисты и моделистки IKEA. Продолжаем сегодня N-Scale топ. Я прям в ударе на эти инсталляции. Инсталляция сама ничего особенного нет. Это флешман новый относительно. Их сняли с производства недавно, но и все проданы, ну, у рейнольдсов, наших друзей. Но обычно что-то будет, что-то новое. То есть, какие моменты? Инсталляция сама по себе не big deal, как говорят здесь. В среднем вагоне мотор здесь, в этом вагоне. И у меня даже на английском языке есть небольшое видео. 20 минут я делал, не торопясь. Рассказывал, что нужно для этой инсталляции. Да? Люди покупают, не знают даже, что, может быть, им минимальные какие-то инструменты. Потому что этот plug and play очень иногда обескураживает совсем. Так вот. Что мне не нравится? Мне не нравится механизм в этих вагонах здесь и в заднем тоже. Переключение света. Это механически. Колес крутится вперед, включается, ну, вернее, по часовой стрелке. И против часовой стрелки, соответственно, включается, ну, задний красным. Меняет цвет. Все это моргает, ребята. Ну, разумеется, радиус. Радиус, кстати, из набора, да, тоже IST, но только первой модификации. Это второй, я насколько понимаю. Ну, вы, ребят, спецы, я так в игрушки играю. Вот сейчас ее будет переламывать, это новая технология, да, здесь вот в этих. По идее, вообще должно на насыпи, она так вписываться должна в поворот с этим, да? Тоже какой-то наклон, по идее. Ну вот, смотрите сами, как она моргает. Здесь она вообще вырубается на какое-то время. Либо полную прочистку делать. Но я думаю, что из-за вот этой технологии все-таки передние колеса, потому что, я так понимаю, они не дублированные. Идет питание только с передней пары. Если бы параллельно были задействованы задние, такой бы ерунды бы не было. Декодер и ESU, LogPilot 4, без разницы, без звука они все классные. После четвертой модели, пятая будет, наверное, шестая через несколько, там, 2-3 года. Постоянные доработки. Но так они катаются отлично. Вот мои две заметки. Так, теперь про вот эти крутилки. Сейчас остановим. Вот это, в этот раз хорошо прошла. Значит, на этой крутилке firmware 1.2, по-моему, 1.02, по-моему. Здесь 1.05. Здесь функции от 0 до 28. Здесь функции от 0 до 20. То есть с новой прошивочкой я сделаю обязательно видео. У вас все будет просто четко. Ну, еще покатаем кружок. Нужна командная система для этого. А может быть и нет. Нет, нужна командная система, точно. Это не другой вариант. Все. Забираю свои слова обратно. Командная система для прошивки вот этих вот крутилок. Четко. Ну, вот так, ребят. Прикольно, да, всегда с этим HO-фигуркой. Вам, ребят, всего наилучшего. Успехов. Увидимся скоро. До свидания.